В Евпатории в центре дальней космической связи открыли бюст первого космонавта Земли, героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина. Бюст Гагарина в этой воинской части уже не первый. До этого здесь красовалась скульптура из гипса. Ну, не самый лучший витамин. И мы когда были с нашими ветеранами, с моими коллегами с Центра дальней космической связи, мы приняли решение такое, чтобы найти возможность подарить командованию и самой части, значит, бюст Юрия Алексеевича Гагарина. Для мира Гагарин и космос стали словами-синонимами, а для этой воинской части он настоящий пример для подражания. Теперь Юрий Алексеевич Гагарин в бронзовом облике навсегда будет стоять в одном строю с солдатами и офицерами этой части. Первый в мире космонавт работал в Центре дальней космической связи, участвовал в работе пилотируемых программ. Военные без доли смущения называют Гагарина символом воинской части, поэтому подарок для них по-своему дорог. Не будем говорить, когда говорим о таких великих именах, о ценах. Мы подарили не менее 12 городам Юрия Алексеевича Гагарина. Обновляется не только бюст Гагарина, но и сам Центр дальней космической связи. О конкретных переменах военные не имеют права рассказывать. Объект секретный. Известно только, что меняется вся инфраструктура. Обновляются технические средства, в том числе наземный командный измерительный комплекс. Мы и дальше будем благоустраивать нашу воинскую часть и показывать всем, что Крым живет. Евпатория космическая возрождается. Гагарин бы гордился сегодня? Я думаю, что ему было бы не стыдно за нас. Здесь надеются, что бюст героя Советского Союза, первого человека в космосе, будет служить примером для юнармейцев, солдат и офицеров воинской части. Память и безграничное уважение у военнослужащих к Юрию Алексеевичу Гагарину жива и демонстрируется искренне, но все-таки сдержанно, по-армейски. Артем Артеменко, Иван Ковалев, Новости 24, Евпатория.